Какой есть простой способ обеспечить то, чтобы B и C не попадают в то, что раньше было? Нужно уходить, уметь в какие-то очень большие числа, типа. То есть мы хотим, чтобы B и C было больше максимально уже максимум из того, что уже было. Значит, нам нужны x, y большие. И z тоже большое. Ну, то есть нам нужно, по сути, нам нужно просто научиться a плюс d представлять в виде, типа, вот таком виде. Со сколь угодно большими x, y, z, например. Ну, если сколь угодно большим y квадрат минус x квадрат. Можем взять, что типа z равно a квадрат плюс 1, y равно a квадрат, а x равно какой-нибудь... Ну, я с плюс 2 придумал. Нет, нет, я с двойкой придумал. Блин. Ну, типа, взять z какое-нибудь хорошее... А квадрат плюс что-нибудь. Y. То же самое, а? Не-не-не, маленькая а. Ну, в смысле, я не знаю, там какой-нибудь t. Т квадрат плюс что-нибудь. Плюс что-нибудь. Y взять t квадрат плюс что-нибудь другое. Тоже t квадрат? Да, но плюс что-нибудь другое. А x взять t умножить на что-нибудь. Вот, короче. И что-то произойдет. Что же произойдет? Нет, в смысле? Ты умножишь на что-нибудь третье.
Как тогда z квадрат минус y квадрат плюс x квадрат чему-то хорошему будет равно? Ну, если подобрать что-нибудь другое-другое правильно, то там получается, что t в четвертой убирается, и t в квадрат убирается, и остается только какая-то константа, которая зависит от что-нибудь другое. Как-то так. Ну, вроде. И тогда нам нужно, чтобы 2t квадрат на t минус e было квадратом. И, короче, и что ничего не выходит, походу. Чтобы 2 на t минус e было квадратом. И тогда мы можем его убрать, это все, и тогда что-то произойдет. И тогда мы можем t квадрат минус e квадрат представить, то есть куку. Но это что-то не очень полезно звучит. Ты вначале говорил полезную вещь, что... Что там? Y квадрат минус X квадрат принимает любое нечетное значение. Поможет ли нам это как-то? Еще раз. А, нечетное? Вот эта вот штука может любое нечетное значение. А, ну мы можем взять типа x какой-нибудь нужной четности, но большой, а потом из него, а потом из него вычесть отрицательный какой-то. Точнее, мы можем z взять. Да, z взять типа большое, а потом из него вычесть какое-то нечетное число. Нам нужно просто изначально z взять с правильной четностью. То есть мы хотим взять там y равным x плюс 1, условно говоря. И тогда мы хотим, чтобы z квадрат минус... было равно нужному числу. Подходит нам такое? Ну, вроде. То есть нам мы хотим, чтобы, скажем, x... И тогда мы просто скачем в каждое следующее число через очень большие числа, да, и все. Ну да. Удобно. Ну, то есть, идея в том, что у нас тут было целых 3 степени свободы, чтобы получить одно равенство. И поэтому мы, типа, искусственно урезаем степени свободы, чтобы было вот эта штука была более простой. Понятно?
Если понятно, давайте. Давайте 12-14. Нужно сказать, что в такой последовательности всегда найдется полный квадрат.
Ну, мы фактически, типа, пока находимся в пределах одного... Одного, типа, квадрата, мы на его размер ходим, а потом мы его перескакиваем. Нужно сказать, что мы когда-нибудь не перескочим, а, типа, заскочим на него. Что такое? То есть, если у нас... Скажем, k квадрат меньше n меньше мы двигаемся на k меньше либо равно Окей. И долго мы будем находиться в пределах между k квадрат и k плюс 1 квадрат? Пока не войдем в пределы между k плюс 1 квадрат и k плюс 2 квадрат. Ну, так-то да, но... Приблизительно 2k ходов, по идее. Нет. 2 хода приблизительно. То есть мы после того, как сделаем в пределах этой штуки 2 хода, у нас уже будет число. И это уже больше либо равно k плюс 1 квадрат. Ну да, есть такое. То есть мы максимум 2 хода сделаем. Угу. А, ну мы, по идее, типа... Но при этом мы станем... Вот когда an плюс 2k, то чтобы стать... то есть у нас фактически k квадрат плюс какой-то там t, да? У нас an-то это k квадрат плюс какой-то t. Если мы 2k добавляем, то у нас будет k плюс 1 квадрат плюс какой-то t минус 1 уже. То есть оно уменьшилось. Число, расстояние до предыдущего квадрата уменьшается в этом случае. То есть мы можем сказать, что an плюс 1... n плюс 2 минус k плюс 1 в квадрате меньше, чем an минус k в квадрате. Ну а если бы мы после одного шага попали в следующий промежуток, то оно... То шаг стал бы меньше, чем k, и, соответственно, он бы уже всегда был меньше, чем k. Он бы тем более стал меньше. То есть у нас каждый раз, когда мы в новый промежуток попадаем, расстояние до начала промежутка уменьшается. Угу. Значит, оно когда-то занулится. Ага. Значит, мы попадем ровно в квадрат. Окей. Давайте следующую. Что там нам дано?
Ну что, когда успел выписать для первых нескольких чисел формулы? Или никто этим не занимался? Я очень хорошо, в принципе, осознать, что происходит в целом. Ну, вот, чтобы понять, я бы посоветовал посмотреть на конкретных, ну, конкретно посмотреть, чему там равно U2, U3, U2, U3. Так что, кто-то выписал U2, U3, U4, U5 или нет? Ну, U2 это просто, типа, это просто 1 плюс А первое. Можно написать? Окей, U3 чему равно?
Там уже даже дальше какая-то жесть идет. Там уже дальше какая-то жесть идет. Ну, напиши опять, давай посмотрим. Этого ожидал, когда растягивал. А как теперь его, типа... А как его растянуть так, чтобы... Или... А, я понял, оно само. А, ну ладно. Раскрой скобки, не переписывай второй раз. А, ладно, ладно. То есть у нас, ну, как минимум, каждая... Каждая штука — это произведение каких-то ашек. Ну, сумма каких-то слагаемых, каждый из которых — это произведение каких-то ашек. Да? Ну да. При этом в УК там все ашки индексы максимум К минус один. Ну, вроде да. Ну да. А там не получится что-то типа того, что... А, там тупо получается, что это произведение всех возможных подмножеств ашек, у которых, которые не стоят рядом. Никакие два. Быстро догадался. Я ожидал, что мы еще над этой задачей подумаем. Я еще что-то скажу умное. То есть нам Андрей сказал, что это сумма по сути. Давайте так. А по индексам там и один. И один меньше, и два меньше. Меньше и этого. Причем... К минус и L. Причем разность между любыми двумя хотя бы два произведения А и первое, А и второе, и так далее, А и СТ. Вот так, правильно? Теперь это, ну это почти очевидно доказывается. У нас от укатова мы получим все такие суммы, где нет окатова. А от вот этого произведения мы получим все такие суммы, где есть окаты. Ну и аналогично с VR у нас будет такая же сумма, только по всем индексам, которые типа больше n-k.
больше n минус r. Поэтому, когда мы дойдем до у n и в n, вот эти вот сумма станет просто по всем индексам от, ну, e и p от 1 до n. Вот, стоило только записать первые пять членов. Сразу можно было догадаться. Да, рабочая схема. Окей, давайте. Ну и все? Что? И V типа такая же, да? Ну да, V будет такая же сумма, только условие будет, что все ишки больше n минус r. Да-да-да. Всем понятно? Окей, давайте. Какой-нибудь 12-19. А n. Наименьшее, которое.